Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Тема сегодняшнего урока – регистрация в TimeWeb. Давайте сначала разберемся с терминологией. Хостинг – это мощный компьютер, где хранятся все ваши файлы от вашего сайта. То есть ваш сайт – это просто набор файлов. Когда мы покупаем отдельно домен, домен – это имя сайта. Вот он. Мой хостинг – Валентина Синема 2. Домен – .ru. Когда мы покупаем домен и хостинг и соединяем их друг с другом, то у вас появляется сайт. И пока мы только изучаем, как создать сайт, то платить нам нигде и ни за что не нужно. Делаем все по инструкции. Нажимаем на кнопку «Еще». Под роликом находим ссылочку для регистрации в TimeWeb и переходим по ней. И у вас открывается вот такой кабинет. Нажимаем вот тут вверху на слово «Хостинг». Выбираем «Виртуальный хостинг». Наша задача сейчас выбрать нужный для нас хороший по разумной цене комплект. Смотрите, есть 4 комплекта. И я рекомендую рассмотреть два первых варианта – Year и Optium. Потому как два последних варианта, в принципе, с теми же функциями, но вы в них просто переплачиваете за маркетинговый рекламный ход. Теперь рассмотрим основные отличия. Выбрав Year, вы сможете купить только один сайт. В Optima 10 сайтов. Ну, это самое основное отличие. Теперь по финансам. Комплект Year стоит на месяц 197 рублей, а в Optima в месяц 296 рублей российских. Но нам предлагают скидки. Если оплатить комплект сразу на год вперед, нажимаем вот тут на год, и цена стала даже очень приятной. Если разбить на месяца, то пакет Year в месяц обойдется в 169 российских рублей, экономия почти в 300 рублей. А Optima в месяц уже доступна за 212 рублей. И экономия здесь уже почти 1000 рублей. Ну согласитесь, за 10 сайтов всего за 212 рублей в месяц это недорого. А если вы будете зарабатывать по партнерской программе, и когда ваш сайт начнет приносить вам пассивный доход, то впоследствии хостинг вам будет обходиться совершенно бесплатно. А теперь смотрите, если вы берете хостинг на год, то домен на доменной зоне RU.RF вам идет в подарок. И это, друзья, еще одна серьезная скидка. И я вас уверяю, что если вы в ближайшее время сделаете один сайт, то потом вас будет не остановить. Вам захочется сделать не только сайт, но и воронки для других проектов, где, возможно, вы зарабатываете на своем инвестиционном портфеле. Сейчас очень выгодно делать платные воронки внутри каких-либо компаний для своих рефералов. За разумную плату в $50, например, на 3 месяца. Да, чтобы они тоже могли кого-то пригласить за счет вашей воронки, которую вы им сделаете. Вот вам 5 воронок и $250 каждые 3 месяца у вас в кармане. Пусть за год вы создадите, например, 3-4 сайта. Это минимум, поверьте. Потом вы будете создавать сайты на продажу. Тем более, что сейчас они очень опять в тренде. Не каждый любит смотреть ролики. У кого-то, например, информация лучше усваивается зрительно, при чтении. И дальше вам не нужно делать никаких дополнительных доплат. Все это вы можете делать на одном хостинге, понимаете? Итак, мы выбираем хостинг Optima. Ну, лично я выбрала Optima. Вы можете выбрать Year. Какой вы выберете, решайте сами. И нажимаем «Заказать» или «Начать бесплатно», потому что в разных странах написано все по-разному. Вам выходит бланк для заполнения. Вписывайте сюда свое настоящее ФИО, чтобы не было потом никаких проблем. Далее настоящую почту и телефон. И нажимаете вот на эту кнопку «У меня есть партнерский код». Вам тут же открывается еще один пункт, куда вы и вписываете мой код 93843. Благодаря этому коду вы сможете активировать свою партнерскую программу в веб-мастере на хостинге TimeWeb.
А для этого вам нужно будет просмотреть вот этот следующий урок, шестой, из которого вы поймете, что благодаря этому коду у вас будут более комфортные условия от техподдержки на этом сервисе. Далее нажимаем «Стать клиентом». Помним, что на этом этапе ничего отдельно ни за что платить не надо. Вы будете платить только за пакет целиком, без дополнительных предложений от TimeWeb. Иначе заплатите дороже, вместо 212 рублей в месяц. На этом этапе вам на почту пришли уже доступы по хостингу. Обязательно сохраните все, что там написано, в текстовый документ. Сфоткайте и не потеряйте. Это очень важные документы, ну типа как ваш настоящий паспорт личности. Без него вы здесь в интернете потом никуда. Думаю, это понятно. Почему я выбрала именно TimeWeb? Потому что очень много просмотрела информации о этом сервисе. Отзывы, ну, в принципе, нормальные. И главный плюс, что здесь очень хорошо работает сервис техподдержки. Круглосуточно, 24 часа на 7. Они отвечают очень быстро. Все решается у них вот тут в чате онлайн, в переписке. Причем можете писать и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Тоже очень быстро реагируют. Итак, поздравляю вас с регистрацией на этом сервисе. Если вы решите строить партнерскую здесь сеть, на этом сервисе и зарабатывать до 40% на партнерской программе, то переходите к следующему уроку номер 6 и регистрируйте себе личный кабинет для веб-мастеров. Ну а если пока не созрели, то переходите в этом же плейлисте «Сайт с нуля» к уроку «Как купить хостинг», в котором я покажу, как купить хостинг со скидкой без накруток. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал Валентина Синема 2. Ставьте лайк, пишите в комментариях свои отзывы.